Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы продолжаем играть с вами в Факторио. И вот, смотрите, я уже установил в лаборатории, в активном, ну, активно они нам уже изучают все. Посмотрев на карту, я видел, что загрязнение-то уже уходит у нас за край, а вдруг там у нас уже хищники какие-то есть. Для этого я уже вот крафчу турельки, радары, патроны сейчас у меня крафтятся и все в этом духе. Нам нужно чуть пробежаться и посмотреть вообще, что у нас здесь творится. Ну и поставить, разумеется, наши радары. Так как мы это все и так видим область, поэтому тут смысла нету ставить. Уйдем сейчас чуть сюда и начнем потихонечку, например, отсюда. О, тут еще он подсвечивает. Ух ты, вот так, видимо, наш будет первый радар стоять. Где? Ее нужно будет запитать. Поставить оборону. Раз, два, три. Три штучки нам тут более чем, мне кажется, достаточно. И, разумеется, закинуть патронов. Где? А, вот они все. Так, половину. Ой, это я все забрал. По 17 штучек, думаю, будет более чем достаточно. Так, осталось только, конечно, провода поставить. И посмотрим, что из этого получится. Так, ну, это займет, конечно, много времени. Я хочу по окружности поставить везде радары. Посмотрим, как это поможет. Нарастить нам нужно будет электричество. Потому что, ну, мне кажется, радар это слишком много потребляет энергии. Ну да ладно. О, все закончилось. Ладно. Думаю, наверное, сейчас я по окружности поставлю. Тут радар. Здесь, здесь, здесь. Ну, так вот. По окружности поставим. Может быть, найдем врагов. Ладно, посмотрим на это. Так, смотрите. Пока я за кадром бегал, я что-то решил посмотреть, как тут вообще-то все строится. И сделал вот такое вот небольшое создание. Чего я тут поставил-то? А, ну, сборочных автоматов первого уровня и второго. Я, оказывается, лучше еще второй. Второй уровень. Ну и карту вот немного разведал. Поставил маяки, как вы видите, здесь не хватает одного и здесь. Сюда что-то как-то не дошел, надо будет тоже потом поставить. А здесь меня перегорели вот такие вот мобы. Можем, конечно, их уже поначалу выпилить. Или не стоит, но потом посмотрим. Ох ты, тут тоже кто-то есть. Хм. Ну, в общем, как-то так, разведал. Тут куча ресурсов вижу, туда-сюда. О, какая большая залежа. По хорошему счету бы еще больше бы сделать, но нет. Если я тут искривлю, надо будет там переставить его чуть-чуть. Вот тут не отображается ничего. Но как-то так. Пока что как-то так. Я все изведал. Исследовал территорию, так сказать. В общем, здесь что у меня? Поставил конвейерную ленту с железом, с гайками, что у нас здесь производится. Здесь подвел, опять же, конвейерную ленту с моими микросхемками. Они все сюда закидываются и крафтятся. То есть, чтобы создать нам простой верстак, нам нужно 9 железных пластин, 5 железных шестеренок и 3 электросхемы. Электросхемы сразу подаются одним конвейером. Шестеренки подаются тоже одним конвейером. И поставил на второй ряд железо. Не стал я тут совмещать их вместе. Но так как конвейеры подают еле как, их нужно в два раза больше, грубо говоря, чем даже тех же самых шестеренок. Поставил два таких вот длинноруких конвейера, которые сразу закидывают все внутрь. Крафтятся они и большим опять же конвейером перекидывается первый уровень во второй. Потому что для создания второго уровня нам тоже нужен конвейер. Ну и опять же, железная пластина, железная шестерня и все в этом духе. И вот у нас крафтится. Кстати, вот уже 26 штучек. Здесь пока 37. Как бы я сделал выход, как бы и в сундук отдельно, и чтобы она автоматически перекидывала. Если нужно будет, прям из сундука я достану то количество, что мне нужно. Но она будет само докрафчивать как-то так. Хочу и также еще доделать эти автокрафты и со всем остальным делом тоже. Так, осветим чуть-чуть. Как-то так. Ну, а теперь мне, конечно же, нужно будет сделать манипуляторы и конвейеры. Давайте вначале конвейеры. Там нам нужно будет то же самое, что и здесь. То есть и железо, и железные шестеренки.
Хотя вот не знаю, там следующий тир уже тоже, наверное, поди у этого есть. Ладно, пофигу, поставим пока. Или просто вот поставим тебя сюда, но трогать его не будем. Ну, это под третий тир, потому что если посмотреть, тут одна гайка, тут две. Ну, максимум три может влезть, значит, третий тир 100% будет, без него никак. Оставим, пусть стоит. Главное, типа, место занял, и все. Даже вот так вот сделаем. И сундучок сделаем. Все, хорошо. Здесь мы можем продолжить наши конвейеры. Таким вот образом. И что тут будет у нас происходить? Нам нужно создавать сами конвейеры. Второй тир конвейеров. Я не знаю. Ну, если, например, тут посмотреть, то второй тир делается из старого тира. То, мне кажется, из этих конвейеров будет делаться следующий конвейер. А, ну и также из этих конвейеров делаются и подземные конвейеры, и еще разделители. Ох, короче, беда. Так, а если посмотреть, то железо потребуется и железо, еще с микросхемками. О, а если так завернуть? Ну, хорошо, сейчас что-нибудь забабахаем. То есть ставим тебя. Так, красные манипуляторы. Пока что одна штучка. Пусть он будет закидывать к нам железо. Так, ты будешь закидывать шестеренки. А в каких количествах, кстати? По одной штучке. Но неплохо, неплохо. То есть по две штучки в эту секунду крафтится. Так, запитаем электричеством. И выберем рецепт. Конвейеры. Крафт пошел. Можно будет, как, конечно, это все забирать. Надо будет подумать, как. Как это лучше сделать. Давайте, знаете, что сделаем. Поставим тебя сюда. Чтоб он забирал. Поставим сюда сундук. Сундучок. Разумеется, электричество подведем. Ограничим в 3 слота. Потом повернем наше железо. Так, как бы пока что это уберем. Как-то так хотя бы. Либо же на конвейерную полосу их пустить. Я вот не знаю. Хотя, ладно, если что, будем из сундука доставать. Посмотрим. Итого. Подземный конвейер. Нам требуется конвейер и куча железа. Крафтится раз в секунду. То есть нам нужно будет как-нибудь в два раза быстрее железо подавать. Для примера. Нет, секундочку. Неправильно все стоит. Так, сделаем по-другому. Завернем, конечно же, вот с этой стороны. Может быть, здесь все получится. Грубо говоря, ставим завод. Ставим обычный манипулятор. Здесь два манипулятора. И все. Ну, хотя, подождите, конвейеры нам нужны много куда. Очень много куда. О, ладно, не буду изобретать велосипед. Сделаем по-хитрому. Возьмем конвейерную ленту и забахаем ее в эту сторону. Да. Железо пустим по соседней, как я и хотел. Таким макаром. На конце мы можем где-нибудь здесь, например, поставить. Ну или даже не на конце, где-нибудь здесь, например. Так, наоборот. И сундук, чтоб, например, у нас тут копилось определенное количество конвейерных лент, чтобы могли подойти и забрать. Хорошо. Дальше. Ставим тебя и тебя. Итак, для работы, для создания нам нужны как бы железы. А, тут еще электросхемы. Так, получается, здесь нам нужно будет два красных конвейера. Так, второй. А тут... Одного хватит.
Прекрасно. Ну и разумеется, тут обычная конвейерная лента. Указываем, что здесь создается ты, здесь ты. Потом. Ладно, давайте запитаем, посмотрим, что будет вообще происходить сейчас у нас. Так, запитка раз, запитка два. Тьфу, ты тут забыл поставить конвейер, чтобы он его тоже закидывал. Но мне кажется, здесь нужно побыстрее, потому что они перекидывают гораздо быстрее, чем он пополняет. Сейчас посмотрим. Один. И ты что встал? Конвейер. У меня выработка конвейеров слабенькая. Да. Ну, по факту, это никто и не спешит. Так-то. Ладно, пусть что-нибудь тут происходит. Здесь микросъемки нам нужны. Эти микросъемки нам нужно будет подавать сюда. Или их местами поменять, чтобы было бы проще. Теперь давайте так и сделаем. Просто поменяем местами. Решил я вот так вот все перенести. Пусть будет хотя бы изначально так. Потом что-нибудь еще придумаю, но... Потом буду на своих ошибках учиться, так сказать. Так, что-то электричества не хватает. Потом, что из этого хотел подчеркнуть? То есть я отсюда забираю два сундука. Будем хранить тебя здесь, тебя здесь. Так, указываем еще раз заново. Ты создаешься. Энергии не хватает. Так, ну и разумеется, нужно все заблокировать. По одному стеку более чем достаточно. Так, крафт идет. Чего не хватает? Смотрим. Мне кажется, тут нужно будет синий поставить конвейер. Чтобы быстрее это все было. Хорошо, давайте и здесь тоже поставим синий конвейер вместо желтого. Он медленно чуть-чуть собирает все. Ну, более-менее, знаете. По факту можем тут уже и красный второй поставить. Какие хотят. Нет, не здесь я хотел красный, здесь хотел поставить. Но мне не к спеху, если честно, правда. Хотя вот здесь он реально, как я и хотел, не помешает. Ну все, пусть крафтится, пусть создается. Потом в нужный момент, по-моему, подходить, забирать. Нужное нам количество, кстати, сколько у них уже. Ух. Половину сюда закинем. Все. Хотя, ладно, пофигу. Ой, ладно, с конвейерами мы разобрались. Мне нужно будет еще манипуляторы. Манипуляторы. Кстати, из манипуляторов мы можем создавать исследовательский пакет номер 2. Нам также потребуются еще конвейерные ленты. И как бы это сделать, знаете, чтобы потом исследовательские пакеты сюда приходили поверху, что ли? Например, здесь к краю. То есть здесь мы можем... Хорошо, сделаем тогда вот так. Берем мы с вами еще одну создавалку. Так. Манипуляторы. Железо, шестерня и электросхема. По факту, лучше бы с этой стороны его поставить. О, так и сделаем. Подождите. Так. Ладно, ставим сюда. Тут должно все доставать. Попробуем. Так, шестеренки отсюда. Говорим, что создается конвейер. Так, разворачиваем. Ну, конвейеры, смотрите, у нас создаются. Прекрасно. Только их некуда сейчас выкладывать. Но и исследовательские пакеты у нас делаются, еще раз для себя конвейер и сам манипулятор. Так, тогда как лучше это настроить? К чему я это все? Так, сейчас давайте подсветим чуть территорию. Лучше всего, чтобы конвейеры сюда, наверное, приходили. Здесь у нас совмещались. И тут красные пакеты сразу... зеленые пакеты сюда бы сразу уходили. Почему бы и нет? Шикарно же.
Но тут загвоздка в том, что конвейерные ленты, если их просто разбивать, да, давайте на... А, подожди, да. Хорошо. Давайте тут чуть мудрить. Вот таким вот макаром. И здесь просто переходы будем делать. Так. 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 Ну и все. То, что хотели, мы сделали. Конвейерная лента сюда приходит. Ну и давайте тогда делаем крафт. А, подождите. 1-1. Блин, а здесь-то много очень нужно всего будет. Вот правда очень много. Хоть отдельный, знаете, цех для этого всего делай. Наверное, так и сделаю. Ну, как бы конвейеры нам и так нужны. Как бы здесь мы просто их будем забирать для своих нужд. А вот чтобы пользоваться этим как-то расширенно, нужно отдельную вещь делать. Ну, отдельный цех. Давайте не будем тут ничего совмещать. Так, смотрите, я тут сделал создание, так сказать, зеленых микросхем. Но, опять же, осталась лишь проблема одна. Нам нужно будет для их создания наладить производство конвейеров и манипуляторов. Я, знаете, что решил? Наверное, все-таки вот эту систему я ее тут подправлю. И будет она работать на основе две стороны. Как это будет все происходить? Я пока сам пока еще не в курсе. Сейчас все наладится. Сейчас что-нибудь тут поколдую. Поставим тебя. Потом. Эту наверх. Повернем. И она уходит в бок. Хорошо. Конвейеры у нас пошли. Так, нам тут на железо. А, кстати, подождите. Да, тут железо мне нужно. Сделаем тогда подземный туннель. Хорошо, конвейеры по факту у нас есть, да? Осталось только нам тут наладить производство из шестеренок. Так. Близко тут лучше не делать. Еще разочек тогда мы сделаем то, что мы уже только что делали. А, там микросхемки же, да, были нужны зеленые. Проблемс. Так, ну тогда давайте сделаем по-другому. Вот этот мы сейчас наверх поднимем, если сможем. Смогли, шикарно. Так, железо и шестерня. Так. А как быстро они там создаются? Подождите, тут по одному. Раз в 6 секунд, то есть нам нужно будет по 6 штучек. Блин, ну знаете, хотя бы, я не знаю, потом еще расширим производство. Мне считать сейчас это как-то совсем не хочется. Так, если что, у нас тут есть вот шестеренки и железо. Железо можно будет тянуть красным конвейером. Давайте его и скрафтим. Ой, сколько тут печек у меня новых. На всякий случай побольше. Вот отсюда могу легко доставать тебя. Тебя отсюда ставим. Тебя. Потом, блин, закончились манипуляторы. Надо будет нам подвести микросхемки. Блин, ну берись, я забыл, как это делается. Так, раз. Два. Говорим, что... Блин, отстой. Нам нужно синий. Второго уровня. Сборщик. Теперь ты можешь? Может. Указал. Подаем электричество и конвейер. Манипуляторы создаются. Так, по факту. Мы можем уже выгружать отсюда готовую продукцию. И вот они, наши манипуляторы, погнали. Теперь это нам нужно будет все соединить в одну сеть. Так, это мы сделаем, как и обычно я делал. Вот таким макаром.
и то сейчас подается. Осталось только вырубить все эти деревья, чтобы они мешались. Ну, тут два дерева сейчас еще спилим. Ну, даже три. И можем подавать смело то, что у нас уже получилось. Шикарно. И то пошло на поступление. Так. Осталось только нам это все дело запитать электричеством. Таким делом, макаром. Вот как-то так. Теперь настроить рецепт. Рецепт зеленых полов. Так, вот так вот. Тут у меня 12 станков для воспроизведения. Ну, потому что колбы будут создаваться, грубо говоря, 2 штучки в секунду. Этих тоже нужно 2 штучки в секунду, потому что эти делаются по 5 секунд, эти по 6. То есть на 2 завода у меня больше. Почему так ровное количество я решил делать? Ну, потому что для изучения, ну, тут, видите, всего нужно и того определенное количество штук. Ну, точнее, равное количество штук. Поэтому нужно это... за этим делом следить. Странно, что... А, у меня конвейеры. Ой, манипуляторы не так часто создаются, как конвейеры. И в этом у меня беда. Нам нужно улучшать производство. Как мы это будем делать? Так, надо подумать. Ой. Надо расширить это все дело. Хех, я все решил, смотрите. Теперь более-менее... уже лучше результат. Я просто бы заменил тут, конечно. И теперь он быстрее крафтит. Хотя по факту, мне кажется, второй бы манипулятор поставить было бы лучше. Ну ладно, сейчас разберемся. Посмотрим, как тут все справляется. О, смотрите, с манипулятором у нас... Ой, с конвейером у нас проблем нету, только с манипуляторами. Так, кстати, зеленый у нас выходит колбочки. Шикарно. То, что нам не нужно. Ну вот тут нам нужно уже будет, конечно, это все дело подрихтовать. Таким макаром. Нам нужно это все выводить на одну сторону. Так, как бы это сделать? А, тьфу ты, ты мне тут не нужен. Придется, видимо, все собрать. Куча колбочек. Так. То есть у нас выходит конвейер. Таким макаром. И придется снизу подавать. Как-то так. Блин, некрасиво. Хотя, блин, нет, все равно не то. Нужно, чтобы плотный поток был. Так гораздо лучше, мне кажется. Так, ну тогда будем делать по-другому. Блин, что я сделал? Сделаем по-другому. Вот. Да? Нет? Да блин. Что за фигня такая? А, подождите. Так, твою налево. Тогда просто повернем. Вот. То, чего и нужно. Ну, просто хочу, чтобы был плотный такой вот под пакет. Так, повернем. И зеленый у нас тоже отправляется на конвейерную ленту. Шикарно. Ну, теперь наконец-то можем изучать уже другие рецепты. Потому что из одних красных я уже давно все поизучал. Так, что теперь нам можно было бы выучить? О, красные. Давайте вот 200 штук. Очешуеть. Ну ладно, пусть создаются. Пусть все создается. И, кстати, да, я тут понял, что можно было вытаскивать колбы из одного помещать в другой. Что за звуки были? А, это, наверное, здесь звуки были. Вроде тут никто не нападал на меня еще. Смотрите, загрязнение уже подходит к этой стороне. Нам нужно выпиливать срочно. Да, надо выпиливать как-нибудь. Патроны есть, пулемет я уже скрафтил. Ну, можно, конечно, попробовать. Тогда заранее возьму
еще радар один. Патронов накрафтим сейчас еще по дороге. Так, медные пластины. Раз, два, три. Как бы можем отправляться, посмотреть, что там и как. Ну, потому что, правда, если сейчас на них попадет мое загрязнение, то они будут уже на меня нападать активно. А это мне пока не нужно. Вот. Ой, правда, не нужно. Здесь поставил, конечно, я побольше этих бойлеров. Энергии. С энергией у меня, посмотрите, уже впритык. Нам нужно еще дальше расширяться. То есть еще их больше делать. Блин, может, пока я здесь еще скрафтим. Как раз расцветет. Вот так вот. Тебя. Так, ну давайте сделаем это. Или что там у меня? Патроны. Потом скрафтитесь. Ну давайте установим это все дело. Так. Я не знаю, сколько бойлеров может обеспечить на труба с водой. Ну что-нибудь потом придумаю. А где? Вот, нашел. Как увижу, что недостача в воде есть. Так, сразу и заменю. Точнее, еще добавлю. Тихо. Ну, как-то так. Сейчас она должна заработать, только нужно будет с энергией провод все поставить. Ты что не работаешь? На, наоборот. А, он себя сейчас загрузил, а теперь начал загружать бойлеры. И проблемы с Да, смотрите, у нас гораздо больше стало энергии вырабатываться. Это хорошо. Ну что, погнали. Я не знаю, как воевать. Бронь вроде есть, пулеметы у нас есть. Нужно что-то с этим сделать. Ну, блин, вы сами видели, что это загрязнение уже до них почти дошло. Это очень плохо. Так, отдалим. Как-то можно... А, стрелять на пробел, если не ошибаюсь. Если что, у меня где-то тут стоят мои турельки. Вот они. Если что, я к ним побегу. Фиху! Мочилово, мочилово! Так, они еще путаются в деревьях. Это просто мне на руку. Это реально мне на руку. Шикарно. Так, нихера себе у вас там. Я же умаюсь вас тут всех мочить. Может быть, мне сделать проще? Турельки поставить пока что для обороны. Так, чуть позже. Тихо. Так, загружаем турельку патронами. Вот, другой разговор. Починить. А теперь можем смело ломать их гнезда, пока меня турелька защищает. Хе-хе-хе, кайфово. Блин, это как, знаете, как будто зерги какие-то. Он даже не успел добежать до меня. Так, минус одно гнездо, сейчас второе сломаем. Патронов вроде бы хватает. Надо поставить на крафт еще. Мочи, мочи, мочи. Патроны у тебя там здесь есть? Ой, слишком много, мне кажется, дало тебе. Я больше трачу. Так, ладно. Чуть-чуть передвигаемся. Так будет лучше. Ну и погнали мочить дальше. Осталось всего лишь 3 гнезда. Ну, сейчас мы с этим справимся. Первое мочилово у нас здесь. Круто. Мне нравится. Главное, чтобы тут больше никого не подселился больше ко мне. Эй, у меня патроны закончились. Ё-моё. Давайте покрафтим побольше. Ну, эта турелька мне уже как бы не нужна. Поэтому забираем у меня патроны. Погнали дальше мочить. Тун тун туру ту 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 тум тун тун туру ту 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 там.
Ауч. Все-таки успевает добежать до меня. Ладно, сам буду мочить его. Ну и все, мы зачистили с вами первое наше гнездо. Это шикарно. Мне нравится. Ну и мне нужно будет на этот угол поставить мой радарчик. Еще провести провода. Но, блин, короче, гемор еще тот. Но от этого вообще никак не избавиться. Это нужно делать. Поэтому я делаю. Мне кажется, я криво поставил, нет? Нет, само то. Защищаем его с нескольких сторон. А то нападут, я их знаю. Так, патронов не хватает. Они крафтят? Нет, не крафтятся. Больше, 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 больше. Патронов мало всегда. Ну и последнее осталось. Сейчас я, конечно, пойду кабель проводить. Ну и посмотрим, что будем, чем будем дальше заниматься. Кстати, логистика очень долго изучается. Серьезно, очень долго. Я почему думал, что быстрее будет. Наверное, мало у меня этих сборщиков стоит. Надо их больше. А, во, я аж тут даже подвел уже. Хи-хи. Кайф. Хорошо, что заранее подзаботился насчет этого. Надо пойти сейчас это поменять. И, кстати, смотрите, вот ульи. Тут самый здоровый ульи, который, мне кажется, будет следующий на зачистку в очереди. Потому что к нему уже приближается. Ну ладно, пока здесь у нас еще более-менее, тут далеко до этого гнезда. Там пока не знаю, что творится. Как будет мое загрязнение подходить кверху, придется уже и там ставить наши радары. Ну а как по-другому? Никак. Надо же следить за ними. Исследование у нас потихонечку продлевается. Смотрите, тут даже у нас просадка немного по железу где-то кое-где есть. Но это не страшно. Пока и вообще никак не страшно. Я вот изучил, смотрите, красные конвейеры. Ну, мне кажется, они тоже нам понадобятся. Поэтому почему бы сразу не поставить их на крафт? И, кстати, нигде не требуется. Ну, короче, из обычных делаются такие улучшенные. Хорошо. Хотя, хоть даже сюда, блин, их ставь сразу. Хотя, почему бы и нет? Ладно, это пока пропустим. Так, что у нас здесь? Электросхемы, разделитель и железная шестерня. То есть нам нужно будет отсюда доставать. Вот пока на таком расстоянии. А шестеренки нам нужно как-то сюда подводить. Как бы это лучше сделать? Вообще под землей лучше. Это бы сюда переставить. Давайте так и сделаем. Тихо-тихо-тихо-тихо, не запускайтесь. Не надо. Блин. Так, вернемся на место. Сюда. Ой, новое исследование. Так, уберись. Итого. Что я хотел тут сделать-то? Да блин, ты издеваешься. В общем, хотел спрятать шестеренки, точнее, это разделить шестеренки вот таким макаром. Потом повернуть, включить и перенести шестеренки вот сюда. Почему бы и нет? Могу, могу. Так, идем. Давайте что-нибудь поставим еще на изучение. Увеличить урон турельками. Ну ладно, урон потом еще успеется. Здесь что? Более совершенный способ обработки металла в печках. Ну давайте изучим. Так, еще раз. Отсюда большим манипулятором будем закидывать. Сразу поставим. Вроде бы достаю, да? Да, должен по факту. Так. Сразу поставим на крафт. Осталось только шестеренки. Электросхемы. Электросхемы он будет отсюда цеплять. Давайте синие поставим. Хотя вот бы еще синий бы поставить бы на автокрафт. Было бы вообще супер. Так, цепляй. И осталось только шестеренки.
Блин, что бы с ними лучше сделать-то? Хороший вопрос такой. Чуть выше поставим. Синюю сюда. Синюю сюда. Указываем красный. Тут продлеваем маршрут. И тоже ставим синий. Это все дело запитываем. Ну и крафт у нас должен быть. Да, идет. Кстати, а что тут у нас? 10, 10 и 1. Ну, то есть одинаково. Что тут он будет закидывать? Прекрасно. Что он до конца... А, ну, окей. Так, ну и будем, опять же, все отсюда доставать. Какой-нибудь сундучок небольшой. Сундучок. Тут же запитаем. Сделаем так. Ну и все. С красными разобрались вот этими двойными. Так, потом. Здесь, опять же, железные шестеренки. Причем очень много. Ну хорошо, что у меня уже они подведены. Подведены. Так, расширим. Видимо, здесь придется нам аж 2 ставить синих манипулятора. Ой, блин, как выбирать-то быстрее? Так. Сундучок. Тут будет наоборот у нас. Так и так. Так. А, еще один синий. И указываем, что создаешься ты тут. Ну, будет, думаю, более чем достаточно. Потом еще улучшим, чтобы хваталки у нас по 2 штучки забирали из конвейера. Будет еще лучше. Где-то тут находил, просто читал. И где-то я нашел. Может быть найду, может быть нет. Ну, монет и сюда нет. Ладно. Дальше, что тут еще? А, быстрые конвейеры красные нам нужны. Видимо, сюда мы поставим их. Для их создания нам еще просто нужно добавить шестеренок. Так, шестерня. Ну и красный манипулятор. Так, что ли, сделать лучше? Ну, мне просто не хочется по кругу идти. Как-то доставать что-то. Или здесь делать. Здесь само то. Кстати, давайте так и сделаем. Или все-таки тут остаться. Ладно, давайте туда перейдем. Здесь все-таки мы забронировали на будущее место. На всякий случай. Итого. Ставим тебя. Красный манипулятор шестеренки воруешь. Так, а здесь синий. Таким макаром. Это все запитываем одним столбом. Указываем тебе. И все для крафта уже закидывается. Делаем сундук. Ставим тебя. И указываем, ну, пусть будет так. А, поскольку тут штучек 5 и 1 конвейер. То есть здесь нам более чем достаточно даже желтого конвейера. А здесь он еле-еле справляется один. Можем поставить, конечно, и второй. Ну, пусть будет хотя бы так. Смотрите, просадка по нашим шестеренкам. Огромная просадка. Нужно увеличивать размеры. Ну, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. Так, это придется мне, наверное, снести. Поставить повыше. Так, раз. Так и так. Вот, само то. Теперь просто повторяем все, что снизу есть. И, кстати, нужно будет еще сделать автокрафт манипуляторов. Я знаю, что я сегодня серию пипец как затяну. Да ничего страшного. Я просто сижу, кайфую. Надеюсь, вы тоже как-нибудь получаете удовольствие от того, как я тут страдаю, можно сказать. Не знаю, ну как это можно еще обозвать-то.
Это сейчас все дело поправим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тихо. Семь, восемь. Так. Теперь еще разочек. Сюда мы закидываем. О, изучилось. Отсюда забираем. Shift. Ну все. Мне тут не хватает железа. Вау, 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 вау. Смотрите, у нас тут не хватает. У нас просадки по железу. Круто. Сейчас нужно будет это все исправить. А здесь что? Разблокировать более эффективно. Опа, давайте тут разблокируем. Более быстрее будет исследование у нас. А, у нас просадки по руде. Вот оно что. А я-то думаю, что тут такое. Ну окей, побежал я. Поставлю еще пару конвейеров. Буров. Кажется, надо вручную накрафтить. Так. Да, давайте отсюда и сделаем. Меняем. Два. Три. Ставим. Так, давайте еще сделаем, наверное, парочку конвейеров. Ну, мне нужно забить. Вот серьезно, забить это все дело. О, кстати, это здесь неправильно я сделал. Ну, как-то так это все выглядит. Поставил как только мог вплотную. Кстати, вот здесь забыл достроить. Отличненько. Полностью тут захватил этот маленький кусочек. Пусть работает настолько, насколько может. Даже пусть забивает, там где-то не копает, где-то еще что. Пусть будет даже так. Не страшно. Интересно. А если тут, кстати, вот так вот сделать, может быть, проще будет. Ну, ладно, не суть. Грубо говоря, пусть забивается, пусть копает. Не страшно. Главное, теперь у нас полный такой вот сет идет. Нам этого хватит. Ну, на ближайшее время. И тут, смотрите, я только маленький кусочек мы захватили. Он тут еще огромная гигантская жила. Это прекрасно. Надеюсь, у меня тут с железом перебоев больше нету. Руда поступает, это хорошо, конечно же. Так, вроде бы да. Все хорошо. Успевает перекидываться у нас на железные пластины. Доходит. Так, давайте проверим, как вот работоспособность. Да, шестеренки. Крафтятся ли они у нас? Тут у нас не хватало железа. Не доходило до него. Видимо, нам нужно тут поставить гораздо более быстрее эти конвейеры, потому что ну, реально не успевают они. То есть их расхватывают раньше, чем они до того доходят. И это плохо. Чертовски плохо. Тебя сюда. Так. Тебя сюда. Тихо, тихо, тихо. Ну, придется еще и конвейер взять. Ладно, пусть крафтится там. Для этого я поставил автокрафт, чтобы самому ручками этого все не делать. Так, блин, ну, сейчас ручками это все заменять. Или так можно заменить. Ну-ка, ну-ка. Сейчас попробуем. Можно было и так, это хорошо. А так ты и ты заменишься. Какая красота. Ну вот это плохо, конечно, когда так ставится. Он полностью меняется автоматически. Вау. Это хорошо. Это не может не радовать. Выход шестеренок и так, пока у нас с ним все хорошо. А вот подача железа слабовастенько. Так, вот эти два конвейера еще заменить таким образом. Ну и все, теперь смотрим. Опять же просадка, смотрите какая. Здесь то все забито, а здесь не успевают просто все вырабатывать. Видимо, маловато.
Видимо, нужно будет больше печек ставить. Что такое? А, тьфу ты. Так, ну тогда давайте побольше печек поставим. Ну, настолько, насколько сейчас с этой стороны у меня улезет. Хотя бы даже на плюс 6. Это уже будет хорошо. Так. Так и так. Пом-пом-пом. Только не в эту сторону развернул. Сундук нафиг отсюда. Осталось только конвейеры проложить. И все будет в ажуре. А, чего ты, запитать-то самое главное забыл. Лучше, наверное, с этой стороны, чтобы было красивше. Ну все, плюс 6 печек, может быть, нам попроще будет. Но это не точно, но все возможно. Ну просто у меня слишком быстро они типа воспроизводят шестеренки. Ну, забирают, воспроизводят и опять же берет. Опять же нужно железо. Ой, да уж. Тут реально беда. Мне реально не хватает железа. Надо, чтобы это еще быстрее производилось. Видимо, вторую такую часть. Либо какие-то модернизированные печки. Во, стальные печки есть. Скорость произведения в 2 раза больше. Мне нужна сталь. Как мне получить сталь, я забыл. Если не ошибаюсь, железо опять в печку. Так, давайте проверю. Так, печка. Есть. Уголь. Блин, как взять-то, я забыл. F. Уголь закинем. Сталь. Да, смотрите-ка, сталь вот так вот раскинул, делается. Но для этого мне определенный завод нужно будет строить. Блин, капец. Для стали. Ах, да. Еще быстрее. Ух ты. Ну, ладно, исследуйся. В общем, я понял свои планы на следующую серию. Будем ставить с вами стальной завод. Сделаем стальной завод, заменим все свои печки. Будут быстрее они работать, больше будут вырабатывать. Как-то так. Надеюсь, вам понравилась серия. Обязательно ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Ну а с вами был Нютон. Всем пока-пока.